эксперимент заключается в том, чтобы в Варшаве вообще не снимать наличные. Я уже как кассир ВТБ прям. Всем привет, вы на канале Дарка Влог, мое имя Дарья. Я сейчас в Варшаве и хочу провести такой некий эксперимент. Я хочу попробовать обойтись здесь совершенно без наличных денег. Попробую везде рассчитываться кредитной карточкой. Посмотрим, насколько мне это удастся. У меня с собой есть евро, но я просто не хочу переводить деньги в злоты, поскольку всегда какая-то мелочь остается, потом не знаешь, куда ее деть. Поэтому я решила попробовать все, проезд, продукты, подарки, все покупать за безналичный расчет. Я открыла доступ на своей банковской карте для таких расчетов в Польше на этот срок, пока я здесь нахожусь. Поэтому посмотрим, насколько это у меня получится. Я хочу приобрести бумажный билет. Написано, что он стоит 36 злотых. Сейчас я отключусь, чтобы оплатить телефоном. Вот, открываем. Вот так выглядит этот билетик. Погода в Варшаве окончательно испортилась. Начался дождь, поэтому я сейчас иду куда-то в метро. Поеду в торговый центр, заодно по магазинам похожу, чего нет. Естественно, что расплатиться кредитной картой в супермаркете не составит никакого труда, но для чистоты эксперимента проверю. Все равно иду за покупками. Большой здесь супермаркет, вот я уже дошла до продуктов. Эксперимент продолжается, пытаюсь вот самостоятельно пробить товары свои, покупки, и соответственно расплатиться кредитной картой без наличных. Ну, достаточно успешно у меня получается. Я уже как кассир ВТБ прям в поте лица сканирую тут все. Все закончить и платить. Что-то там картой, да, зачекайте карту, ага, ну все, буду я платить. Все, вот и все, можно забрать товар. Сейчас мы на ярмарке немного подкрепимся, будем хлеб со смальцем и с соленым огурцом и сыр. Вот так выглядит этот сыр. Да, можно взять, да? Взяла. Все. Карта. Credit card. Давай мой телефон прикладывай. Это стоит 10 злотых. Бутерброд со смальцем и сыр на гриле с каким-то красным, наверное, ягодным соусом. А вот глинтвейн на ярмарке я купить не смогу, потому что написано cash only, только наличные здесь принимают. Итак, прошло уже 4 дня, заканчивается моя поездка в Варшаву и, соответственно, заканчивается мой эксперимент. Что я могу сказать? Я смогла везде рассчитаться абсолютно кредитной карточкой, мне не понадобились абсолютно наличные деньги, я их даже злоты не держала в руках, ни гроша. Я смогла расплатиться картой даже в общественном туалете на автовокзале. Единственное, что мне не удалось расплатиться за глинтвейн на ярмарке. Я считаю, что эксперимент удался, и сюда можно приезжать без наличных денег, главное, чтобы на карте были деньги, и главное, активируйте свою карту перед поездкой. Но на всякий случай возьмите с собой доллары или евро. Вдруг на паспортном контроле, например, попросят подтвердить вашу платежеспособность. Ну и так подстраховаться. Ситуации ведь бывают разные. Всем удачи, пока, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Мне уже пора ехать на автобусе, а то уедет без меня.